Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 26 мая, Харьков, Харьковская область. И я вам хочу показать свои метельчатые карликовые гортензии, новички, то, что в этом году высажено. Вот те новички, которые не обрезались никак, ничем. Просто посадила и все. А вот это вот был обрезан. Чем он хуже? Я не вижу, он не хуже. Все отлично, все хорошо. И, конечно же, есть рекордсмены. Вот два кустика. Это я точно знаю, что это полистар зацветает. И вот еще второй кустик с соцветиями. И готовится Little Lime. Уже готовится зацветать. Анина грядочка. Вчера она прорвала, на своем канале выставила, что она вот прорывает, что у нее проросло. Так что такие вот дела. Так выглядят карликовые метельчатые гортензии новички этого года. Посадка. И еще вот два пиериса и подбел. Тоже вересковые. У нас здесь дубы прорастают. Но мы их не убираем, они нам нужны. Мы их посадим в горшочки, и у нас будут саженцы для того, чтобы засадить нашу прекрасную планету Земля. Вот, что хотела сказать, такая же беда, как и с рододендронами. Какой-то жучок, не будем его оскорблять, может, ему очень нужно было, постриг нам пиерис. Вот такой красивый пиерис подстриг. Но мы не расстраиваемся. Тут он пошли новые побеги расти. Это клен. Красивенький, конечно. Я его поприщипывала. Кончики поприщипывала. И начали листочки увеличиваться. Вот такая вот радость на сегодня. Всем спасибо. Пока-пока. Встретимся в новом видео.